Украинские пилоты на вертолетах Ми-8 ежедневно гасят орков на востоке Украины. Мое им уважение. Каждый раз подниматься в небо достаточно опасно, учитывая концентрацию российских фашистских сил на этом направлении. Летают на сверхмалых высотах. Эти вертолеты старенькие, но прожаривать орков могут даже очень хорошо. Это кадры того самого вертолета и его пилота, который вы видите в начале ролика. Этот парень не одну сотню орков замочил. Но что, россияне уничтожили нашу авиацию? Не видать вам захвата Украины как собственных ушей. А вертолет красавец. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, оставляйте комментарии. Для поддержки канала ссылки в описании.